Darija Savelieva. Tai dabar aš norėčiau jūs paraginti pasidomėti filmą. Ir taip mes padarysime rusiškai. Я надеюсь, что мы можем говорить по-русски, если надо будет, я переведу на литовский. Наталья, я хотел бы начать дискуссию. Ваш фильм «Комбинат надежды» связан с Литвой немножко, через звук. Звук у вас делал Саулис Урбанавичус. И также Йонас Максвитис, который сидит здесь в зале и ждет. Имеет прямое отношение к фильму. Вот, так я... Режиссеру забыли записи. Так я... Мой первый вопрос, как вы нашли наших литовских коллег? Слушайте, ну, ваших литовских коллег очень хорошо знают в России, в кругах авторского кино. И вот просто, ну, вот такой срок, как с Арпаной Радио, нам посоветовали наши хорошие знакомые, с которыми... Саулюс. Громче, да? Ну, то есть я хотела сказать, что Саулюс очень хорошо знает в России, и нам посоветовали его, и мы были очень рады с ним работать. И с Йонасом это были чудовищные сроки, и я думала, что в России никто не возьмется за такие сроки, за такое время сделать звук. И ребята просто спасли нашу ситуацию, потому что перед премьерой в Роттердаме это было прям за три дня сделано. За три дня до премьеры в Роттердаме закончили звук. Был ли у вас прокат России и как относится Россия к этому кино? Пока никак не относится, проката не было еще. Не было официальной премьеры в России. Мы только показали в Роттердаме в основном конкурсе и, собственно, здесь. Прокат в России будет, думаю, что осенью, а премьера в России будет на фестивале Кинотавр, скорее всего. Какие отзывы были в Роттердаме? Вы имеете в виду прессу или публику? Ну, сначала про прессу, а потом про публику. Ну, пресса очень лестно отзывалась, и очень много русской прессы написали каких-то фонтанирующих статей. Сложилась публика, была разная, но в основном были такие какие-то очень, я сужу по Q&A, были какие-то очень интересные вопросы, и им было интересно про людей, которые в фильме показаны, европейской публике, голландской публике, там какие-то даже специальные люди приезжали, чтобы посмотреть русский фильм в конкурсе, который русскоязычный. В основном, ну, наверное, тем, кому не понравилось, они ушли просто и не остались на Q&A, я думаю. Поэтому тут как-то трудно. Вам не кажется, что вы изображаете Норильск в отрицательном плане? Мне кажется, что я изображаю Норильск, как он есть. А вы имеете отношение к Норильску или это случайный выбор? Ну, вряд ли у режиссеров бывает случайный выбор города, который он снимает в кино. Конечно, это не случайный выбор, это сознательный выбор места. Неужели Норильск или так это просто выбрали много город? Я очень много изучала Норильск, потому что собиралась снимать там документальное кино, и мы очень много общались с жителями в Норильске, изучали. Группа у вас московская, да? Группа московская, да. А как появился вообще этот сценарий? В моей голове. Ну, то есть. То есть это просто история, которая пришла. Ваша фантазия? Или были какие-то предпосылки? Ну, как вам объяснить? Появляется какая-то идея, которая вырастает в кино. Появляется что-то, какие-то ощущения. Невозможно объяснить, как она появляется. Она как-то появляется. Появляется какое-то желание это делать, какое-то страстное желание это делать. И потом это вырастает, обрастает какими-то реалиями. И у нас была такая сознательная задача не чернить город и не белить город, не чернить людей и не белить людей, а постараться как-то показать то, как есть. И для этой цели вы выбрали такую форму русского языка? Форму русского языка вы имеете в виду мат? Да. Стандартно для молодежи. Понимаете? Стандартно для молодежи в любой стране.
Это, конечно, очень важный вопрос. Вообще важный вопрос сейчас для нашей страны. Мат, к сожалению или к счастью, но это так и есть, является неотъемлемой частью русской речи. Просто неизымаемой из русской речи. И когда я снимаю персонажей, которые находятся в той социальной среде, где разговаривают матом, я не могу, ну, я не хочу врать и лукавить, что они разговаривают тургеневским языком. Это неправда. И поэтому, да, ну, как бы, возможно, нет, это... Нет, ну, раньше хоть через слово было, сейчас просто все по фене. Просто как можно было дойти вообще до такого девочки всю жизнь? Что одна феня просто. Нету нормального языка вообще. То есть одна ненормативная лекция. Ну, это не феня. Во-первых, феня — ну, это окей, все-таки тюремный язык. Ну, окей, ну я так грубо. Ну, это мат. Это феня, жаргон. Вот, нет, феня — ну, жаргон, это жаргон, феня. Мат — это да, речь, на которой разговаривают все, практически все люди в России. Нет, не, ну не настолько. Не... Ну, возможно, не вы. Не-не-не, ну не настолько. Ну, это думаю, же не вообще невозможно все это видеть. Я хотел бы попросить говорить по одному, не вдвоем. Нет, просто так, столько эмоций переполняет, что мы тут... Актеры были все профессиональные, вот все молодежь, или вы как что-то брали из местных людей? В эпизодах массовки были местные ребята, актеры основные, профессиональные, актеры московские. Которые, ну, вот эти вот мальчики, все профессиональные актеры. Да. Я еще хотел бы повторить свое желание. Давайте говорить по одному и не кричать один за одно, за другим. Я на самом деле прекрасно понимаю, ну, как бы, ситуацию, в которой мат оскорбляет слух зрителей, но для меня мат не является чем-то, ну, просто чтобы вы меня поняли. Это не является никаким грехом или чем-то очень плохим. И часто мат — это, ну, просто выражение чувств. И так устроена, ну, как бы, наша действительность. Те ребята, которые сейчас вы видели на экране, они не разговаривают по-другому. Они разговаривают так. И? И поэтому они разговаривают так на экране. И? Что «и»? Нет, я не понимаю, вы мне вот простую вещь донесите, вот, может быть, мы все идиоты, старые козлы, а вы мне объясните вообще, а суть вообще искусства, чтобы вот это, вот эту феню показать и... Суть искусства в том, да, чтобы вот вы... что суть искусства? В том, вот чтобы вы сейчас возмущались. Поговорим по-большому. Вам дали деньги, вы сняли большое кино, мы посмотрели и... Чтобы литовский народ... И возмутились. Видели русский народ, прекрасный, понимаете, прекрасный город Норильск. О чем вообще речь? И понимаете, и тогда действительно получается, что литовские люди правы, какой ужас несет Россия. Вот это Россия? Вот это? Да, это Россия. А, это Россия. Все, тогда Россия всем по автомату. Да, тогда мы стреляете весь троллейбус, в котором вы ездите домой. В Литве, в литовских парней, которые ругаются. Ну, извините, матом русским. Нет, это вы понимаете, это не выносится на экран, а здесь это пропаганда идет. Вы не смотрите литовское кино, выносится? Нет, ну не так, все нормально в литовском кино. Глаголица. По сравнению с этим, это детский лес. Хорошо, пожалуйста. Нет, у них там больше мата, чем здесь, серьезно. Ну, там так, для форшлага иногда, но тут сплошное, слушайте. Я думаю, вы уже сказали свое мнение, и тогда дайте инициативу другим. Я не ответил, просто режиссер. Суть искусства. Суть искусства в том, да, чтобы вы сейчас возмущались, я вам еще раз повторяю. Не-не-не, вы сказали, что в Роттердаме вы получили хорошие рецензии. Я хочу объяснить, в чем суть позитивных рецензий. Вот вы мне объясните. Мат грамотный. В том, что, наверное, люди видят на экране не фальшивую... Действительно. Действительность, да. Не в том, что они видят на экране кино, которое не старается вам подсластить пилюлю, в том, что вы сейчас сидите и не понимаете, в чем роль искусства. Не понимаю. Потому что вам кажется, что искусство должно вас выращивать, что оно должно вас брать, как бы, и вести к свету.
На самом деле искусство вам ничего не должно. Это не документальное кино, это игровое кино. Если бы документальное, я бы согласен. Но у вас не документальное. Воспримите это как документальное кино, потому что это так и есть. А, это документальное кино с текстами. Я понял. На самом деле, я вам открою секрет. Здесь очень много сцен, очень много, написанные при помощи такого способа вербатим. Это когда сценарист идет к прототипу персонажа или к такому же человеку, как персонаж, и записывает его речь. Потом это переносится в сценарий. Не, ну тут все понятно. Это долгая дискуссия, как бы на самом деле неразрешимый конфликт у нас с вами. Настоящее искусство всегда дает возможность спорить. Кино очень хорошее, очень удачно сделано, очень правильно режиссер работает. Я думаю, что очень большое нам всем спасибо за вашу хорошую работу. Спасибо вам. Спасибо. Вы понимаете, спасибо. Я согласен, только у меня следующее предложение. Не пусти меня по кино, пожалуйста. Нет, нет, у меня предложение. На такое кино, действительно, оно великолепное, только я бы сделал, вот я причем на полном серьезе. Извините, пожалуйста, вы могли бы представиться? Я, да, Борис Кирзнер. Борис Кирзнер. Видите, как вы прикомандовали. На следующий раз, значит, женщина-валерьянка, мужчинам по бутылке водки, тогда вот такое кино. А, так вам же никто не мешал, собственно. Да, так надо водки было предупреждать. Но, в принципе, в рамках фестиваля, вот мы когда-то были, там давали, помню, что-то, помнишь, на селе, что-то давали. Тут поводяра, и тогда вот такое кино. А скажите, пожалуйста, вот вопрос. Сейчас, приняли, да. Тут просто много желающих, хочу что-то спросить. Да, вот вы. Было бы интересно все равно узнать от вас, какая миссия? Миссия? Да. Миссия, у фильма нет миссии. Хорошо, можно я немножко по-другому. В чем оригинальность, по-вашему, этого фильма? Или вы считаете, что оригинальность не должно ее быть? Ну, вы просто что-то сняли. Но вам не кажется, что это снимали уже тысячу раз? Что это стандартный русский фестивальный артхаусный фильм? Не знаю. Нет, не кажется. Но... Нет, ну, в чем оригинальность? Оригинальность в интонации. Ну, вам даже интонацию у Германика. О! Нет, нет, Германика... Да, наверное, вы... Ну, вы с чем сравниваете? С тем, что я видел в Германике. Что фильм «Всем круто, я останусь»? Его часто, да. Похоже. Ну... Нет, это совсем другое? Я думаю, что а да. А в чем... Ну, я просто не вижу, мне объясните, пожалуйста, в чем эта разность? Так различие. Не было никакой задачи сделать различие или оригинальность. Была задача снять кино, которое мне нравится. А все. Это вы для себя снимаете? Вы для себя снимаете? Абсолютно. Конечно! Для тогда все понятно. Все понятно. Вот с этого надо было начинать. То есть сняла для себя фо-фан. На самом деле, знаете, режиссер, который снимает не для себя, вызывает у меня вопросы, потому что... Ну, как бы тогда у него возникает миссия, тогда он мнит себя Богом или человеком, который будет вам рассказывать, как жить, или учить вас чему-то доброму или светлому. Режиссер, который снимает для себя, снимает, ну, как минимум, честно. И если это трогает его, то это трогает других людей. И я в этом убеждена глубоко. А можно нескромный вопрос? Не знаю насчет чего. Почти интимно вас содержать. Прям не надо. А вы мне скажите, и вот в Российской Федерации вот вам на это еще дают деньги? Это кино? Снятое... Это авторское кино? Это как называется? Да. Как? Это авторское кино? И это дают деньги? Это кино? Все да в России? Не ответит, а что ж такое-то? Но это кино снятое на частные деньги. А, на частные? Вот да, так что вы можете не волноваться. Мединский не дает на такие фильмы деньги. Вот я хотел это услышать. То есть это частные пожертвования? Выдохните прям. Да? Частные? Да, вот. Это частные деньги. А можно вопросы к актрисе? Да. Вопрос к актрисе. Да. Скажите, пожалуйста, насколько сложно вам было сниматься в этом фильме? Что вы, наверное, молодая очень актриса, не знаю, это первая ли ваша роль? Да, у меня это дебют. Вы такая... А, у вас дебют, да. У нас там у всех, почти у всех актеров дебют. Ну, да. Вообще, честно сказать, картина выглядит, ну, очень натурально. То есть никаких сомнений, никакой фальши в этой картине нет. Вот насколько вам сложно было сниматься? Потому что я думаю, что вот сейчас, глядя на вас, вы девочка какая-то другая. Да, нет, не было... Мне было действительно сложно сниматься, потому что для меня был это первый опыт. Все так в первый раз. Наташа мой первый открыватель. И мне было действительно, да, очень тяжело, сложно. Почему тебе было тяжело? Мне было тяжело, ну,
в каких-то определенных сценах. Мы всегда советовались с Наташей, как бы искали какое-то нутро, чтобы это было от меня, чтобы это меня тоже трогало. Вот. Ну, я просто затрачивала себя именно эмоционально, ну, физически. А вот команда, с которой вы работали, там тоже такие же мальчики? То есть они как-то вам помогали, как актеры? У нас потрясающая была команда. Что касается актеров, вообще все съемочные группы, все мы были просто повернуты на том, чтобы снять. И было все равно, как это снять. Самое главное, чтобы это было по-настоящему. У нас, понимаете, даже оператор, который снимал нас, у него был костер, у него горит нога, и он снимает. Ему тушит, а он все равно снимает. Ну, понимаете, как бы все были просто на этом помешаны. Вот. Но вот эти образы, это были написаны режиссером, или это вы немножко создали сами тоже? Ну, скорее всего, сами. Тут как бы, на самом деле, ну, наверное, нужно начинать с кастинга, если говорить про актеров, потому что ну, у меня было какое-то понимание того, какие это люди, и я просто типажно подбирала людей, похожих, ну, как-то какой-то внутренней природы на этих персонажей. И мы с Дашей там очень много разговаривали про ее вообще личные какие-то, ее отношения в семье или чего-то. И доставали из нее то, что похоже на персонажа. Но сложнее всего было, наверное, актерам выполнить команду «не играй». Ну, то есть играй, но не играй. Потому что они не знают, что такое «не играй». И было им всем тяжело поначалу прям вот как-то понять, что им надо быть самими собой, но при этом отстраненными. Это для артистов такая как вещь была. В первый раз, наверное, с такой сталкивались с задачей. Ну, потому что вот глядя, например, на Дашу, трудно себе представить, что вот она могла бы вот так вот в жизни себя проявить, как ее героиня. Могла бы. Могла бы? Конечно. Просто она, ну, что она будет часто тут? Да, показывать, что я могла бы. А скажите, почему вы оставили эпизод с девочкой, которая утонула? Вот как-то он так повис. Я так поняла, что утонула эта Надя. Да. И вот он как-то повис, и все, и они... Ну, понятно, то есть что... не заостряете на этом никак. Но это было сознательно сделано, чтобы не... Мы старались избегать каких-то таких специальных киношных педалей. Все, что в кино, как бы, была такая задача, такой сделать эксперимент, отказаться от инструментария максимально такого киношного, именно клишированного какого-то. И не заостряли мы внимание именно поэтому. Ну, то есть, вот такой способ рассказа был выбран. Вы снимали летом, да? Норильским летом? Да. Долго вы снимали? Мы снимали часть в Норильске, часть, какие-то интерьеры мы снимали просто в другом городе, в Перми. И все вместе заняло месяц, все съемки. А Норильск летом, да, это лето. Такое. А мне еще интересно очень узнать, как вы подобрали музыку. Музыка очень сильный инструмент в этом фильме. Тут почти нет музыки. Есть. А, ну, музыка, та, которая в кадре? Да, да. Я спрашиваю не о той музыке, где та, которая играет, группы исполняет, и песни, которые появляются. Но тут тоже такая штука, что вот, например, песня про Норильск, мы на нее запали еще, когда писали сценарий. Потому что мы, когда изучали про город, было понятно, что вообще люди, которые там живут, они город ненавидят. Но при этом его любят, такие песни пишут и поют их. То есть эта сцена, она могла бы быть и есть в реальности с такими номерами, с такими песнями. И это, конечно, такая очень сильный парадокс в этих людях, который, ну, просто мне очень понравился. И про эту песню мы сразу поняли, что она должна быть. Специально написали такой как бы эпизод. Песня, которая поется в тундре, «Дай мне любовь», должна была вообще быть другой, очень матерной прям. Мы ее поменяли на более нежную, потому что, ну, как-то вот во время съемок показалось, что она работает лучше. А эту песню вообще постоянно пел наш артист просто так, ну, то есть ходил и там пел. Что еще, какие там еще песни? Ну, как-то все просто... Как-то собирается из ощущений и складывается. Как объяснить, как это
кажется, бывает. Как снимать? Когда я увидел этот фильм еще перед премьерой в Роттердаме, мне сразу показалось, что это очень тонкая линия между реальной документикой, реальной жизнью и игровым кино. И как вот очень интересно узнать от Дарьи, как вам удалось играть в эту тонкую линию, где и как бы вас требовали как и актера, но это как бы реальная документика может быть. И сколько было импровизации в этом фильме, сколько было написано в сценарии. Ну расскажи, как мы истерику в тундре снимали, сколько было дублей и сколько слов было от тебя. Слушайте, да. Ну, в общем, дублей не знаю, сколько было. Сколько? Ты считал? Я не считала. Что-то там много было. Они были очень длинные. Очень длинные, во-первых. И каждый раз приходил вот так, со слезами. Ну что, нет? Еще раз. И все заново. Каждый раз тебя просто наполняешь. Ну, что-то вытаскиваешь из себя. Ну, в любом случае, в этот фильм вложено все равно внутреннее, свое нутро, мое отношение, моя любовь там к людям, моему молодому человеку, когда у меня была неразделенная любовь. Все это же тоже идет из жизни. Все это наложилось на этот фильм. И практически, ну, не знаю, как объяснить еще. Вот так нас и учат, чтобы как бы играть, чтобы мне это не было наиграно. Как бы, ну, жить, проживать. Импровизации было много, да. Очень. Мы даже настаивали на импровизации. И взрослых актеров это не очень получалось, потому что они, ну, как бы не привыкли вообще менять текст. Они выучили и пришли на площадку, и все время говорят, выученный текст. А мне было важно, чтобы артист был первоисточником текста, чтобы не было ощущения, что существует некий посредник в лице сценариста. И все молодые артисты, они меняли постоянно текст. И Даша, например, когда она бежала в тундру, они бежали без плейбека, с оператором просто, и она говорила в каждом дубле разное. И тот текст, который был изначально написан, он был полностью выморан. Она говорила, мы просто с ней проговаривали, я говорила, ну скажи про это, там какие-то вещи. Она шла, и вот, ну, как от себя у нее рождалась какая-то мысль, и она ее выдавала. Не выученный текст, а сначала внутри, потом выдавала. Ну, как бы, сначала почувствовала, потом сказала, короче, не наоборот. У кого еще есть вопрос, пожалуйста. О чем для вас это кино? То есть не что вы хотите сказать, а для вас о чем? Потому что, например, для меня оно будет об одном, для другого человека, о другом, а для вас о чем? Давайте я скажу, о чем для меня, а вы скажете, о чем для вас. Для меня это кино про побег от себя. Про побег. И про жертвы, которые нужно принести, чтобы откуда-то сбежать и что-то покинуть. Вот как-то в основном про это. Вот в конце этот момент, где главный герой еще сомневается, уезжать, не уезжать. То есть он вот изначально пришел до конец, и он постепенно рождался? Хороший вопрос. Он, правда, постепенно рождался. У нас вообще был другой финал. Изначально написан. Было написано, что она выходит замуж за этого парня, который за ней все время там бегает, и остается в городе. Ну, то есть, что ее все было, что она смирилась и сама себя как бы наказала этим. Но когда в процессе работы, во время съемок даже, мы как-то постепенно решили сделать так, потому что нам казалось, что это такая как бы плохая нота, короче, свадьбы и наказание героини. Это интонационно было уже не про наш фильм, поэтому мы отказались от этого. И вообще, в принципе, в процессе съемок очень многое менялось. И в силу обстоятельств, которые нам диктовал Норильск, и в силу каких-то там еще какого-то, ну, опыта, в силу даже того, как ведут себя актеры на площадке и так далее. Все время было такое что-то. И продюсеры просто дали нам свободу так делать. Никто не требовал точного следования написанному тексту. У вас там есть такой очень странный момент. У вас отец дарит квартиру дочери. Я почему-то думала, что дальше за этим должно следовать, что девушка продает квартиру.
получает эти деньги, и обещанные парню, и вот уже с этими деньгами она спокойно к нему едет. Ну, понятно же, что она не может продать, потому что и папа не даст это сделать. Но она же сказала, полноправная хозяйка. Ну, понятно же по папе, что это не так. Ну, там же понятно, как бы, к чему папа все ведет. Остаться мне здесь. Кажется, не обязательно объяснять это, если ты, ну, чувствуете, какой папа и что он сделал для своей дочери, чтобы ее заякорить в городе. Очевидно, что он не даст просто этого ей сделать. И она это понимает прекрасно. Ну, я думаю, да. Самое ценное, что есть в этом фильме, что очень отличает от очень многих русских кино и европейских, которые я видела, что второй план очень добрые лица. И очень интересно, что у вас в таком, ну, таком очень сложном Норильске, где на самом деле тяжело жить, очень хорошие люди появляются. Даже молодежь, которая говорит ужасные, как бы, как вы говорите, ужасные слова, в любом случае у них лица хорошие, хорошие глаза, второго плана очень хорошие глаза. И это очень хорошо, что есть душа, и независимо от того, что они там говорят, они, в принципе, не с плохими лицами, и тут, особенно второй план. Если я ругаюсь матом, это же не значит, что я очень злой человек и как бы ем детей на завтрак. Не, ну они живут в таких эстетически некрасивых местах, при этом, если это так на самом деле не сыграно, а есть такая... Доброта людей, это тогда, ну, это очень импонирует в этом фильме, что люди очень симпатичны, независимо от что они говорят. Ну, вообще в Норильске симпатичны. Да, очень. Ну, как-то прониклись. Так, хорошо, что вы полюбили их, это чувствуется через фильм, что есть какая-то хорошая отношение. Да. Не было никакой задачи показать кого-то козлом или там, что кто-то... А мы еще не закончили предыдущий вопрос, чтобы вы сказали, как вы поняли. Да, планировала соскочить. Для меня фильм был очень важный о том, что нужно четко знать, чего ты хочешь, чтобы не оказаться. Потому что мне кажется, что девочка действительно очень хотела бы уехать из Норильска. Я понимаю, она уже не закончившая школу и куда поступила в училище. Она бы старалась для того, чтобы уехать из этого города для начала, очередь образования и так далее. Не хватило ей чего-то. Ну, это внутренняя, это внутренняя истерика. Это, ну, невозможно, это, как это бы... Это то, что я вам говорю. Да, ну, да. Вы хотели задать вопрос? Нет, так дело в том, что в фильме она прямо, ну, чуть ли не клялась. Я достану это деньги, я все равно это сделаю. Вот о чем речь шла, что о квартире потом продаже. Я тоже подумал, что квартиру продаст, так как дал обещание, что любым способом, но я деньги достану. Хорошие намеки совсем на другой метод доставания денег. Ну, очень принятый в Норильске. По-разному можно это понимать, но было такое ее желание, и она так прямо, ну, как бы говорила, что вот я это сделаю. Ведь после разговора с этим парнем много изменилось в ней. Она поняла, что она не нужна ему. Ну, это, кстати, не было так понято, что она не нужна. Уезжает, так значит, она ж, наверное, я так понял, что туда к нему уезжает. Так, еще может кто хочет задать вопрос? Последний. Хорошо. Скажите, пожалуйста, чтобы сниматься в этом кино, надо где-то учиться? Конечно. А где? В театральных институтах. В каком? В государственных театральных институтах. В каком? Я закончила. Хотел бы поблагодарить Наталью и Дарью за то, что вы приехали в Вильнюс. Еще один сеанс комбината «Надежды» будет показан, и мы снова будем разговаривать в нем. Я напомню, что комбинат «Надежды» участвует у нас в новой конкурсной программе «Бальдейский взгляд» и представляет Россию. И в четверг вы все узнаете, кто выиграет приз. И даже у нас есть там призы за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучшую актрису. И не забывайте голосовать. И спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо. Спасибо.
получается.